Что значит повиноваться року? Перед тем, как заселиться на Землю, мы написали свой рок. Рок – это небесная программа развития человека. То есть ты со своими предками на небесах, с богами-покровителями, легами-хранителями, с родом Всевышним, написал себе программу развития, которая называется «Роковой». Состоит из 49 уроков. И в этой роковой программе ты должен выполнить эти уроки, сдать экзамен. Поэтому говорят «роковая женщина». Это женщина, встреча с которой неизбежна. Понимаешь, крутись как хочешь, роковая женщина. Роковое событие. Почему это происходит? Вот сейчас есть обязательная программа развития в школе. Программа обучения в школе, правильно? Дети учатся 10 лет, каждый год экзамен. Или ты сдаешь, или ты пересдаешь, или ты второгодник, или тебя отчисляют. Согласны? И так и в школе жизни. Есть роковые события, есть экзамены, и ты должен их сдать. Ты можешь их откладывать, можешь сдавать вовремя, но рок неизбежен. И величайшее счастье человека – повиноваться року. Что это означает? Это когда приходит к тебе божественный экзамен, и ты не говоришь, ой, я что-то устал, я не могу, или можно я потом сдам. А пришел к тебе рок и говорит, давай. И ты говоришь, согласна. Понимаешь? То есть ты сдаешь все жизненные уроки, ты не бежишь от обстоятельств, событий, встреч, роковых происшествий. Выполняешь, сдаешь экзамены вовремя, и повиновение року величайшее счастье человеку дает. Ты не избегаешь божественных уроков.